пошел. Ну что ты, сейчас девчонки придут, я им все расскажу. Все, давай. Что случилось? Ты звонила? Девчонки, у меня большие новости. Бросил! Избил! Изменил! Да-да, с той самой, ага. Изменил и выгнал. А я говорила. Сколько Вонка не кормил, все равно в лес смотрит. Нет, нет, погодите, погодите. Все не так. Он сделал аборт кому? Да-да, чтобы он не знал, что она с ним изменяет или он с ним. Беги от него, он с тобой то же самое сделает. А я говорила. Дурное дело нехитрое. Так, стоп, стоп, девочки. Все не так. Он сделал мне предложение. Озлить его. От кого-то другого. От Олега. Да, от Олега. Ой, правильно сделал, что изменил. Он же тебе изменяет. Точно. А я говорила. Коза око, зуб за зуб. А как все вы жить будете? Ты с любовником, а он с любовницей. Да нет, у него никакой любовницы. У него жена. С детьми. С тремя. Да-да, с тремя детьми. А я говорила, работа не волкова лес не убежит. Слушай, тебе что, с утра сборник с пословицами продали вместо журнала? Да нет, я не люблю пословицы. Это статусы друзей ВКонтакте. Так, ладно, девочки, давайте вы не будете меня перебивать, а просто послушайте, хорошо? Мы с ним уже назначили дату свадьбу. Как это назначили? На пусть. Да нет, никакой жены. Как это нет жены, а дети? Он бросил женщину с ребенком. А я говорила. Потому что он ее бил. Я видела, он ее бил, ребята. Ага. Как можно бить женщину и детей? Точно, точно. Да нет, у него никакой любовницы. Как нет любовницы? А дети? С чего вы взяли, что у него вообще есть дети? Ты сама нам сказала. Так, замолчите. Нет у него никаких детей. Как же нет детей? Мы в 30. Вот и хотят. Нет. У него нет детей, потому что он сидел. Да-да, 8 лет. Убийство жены. Все сходится. Лучше был бы ипотентом. А я говорила. Пропускаем. Стоп, девчонки. У нас с ним все хорошо. Мы очень любим друг друга. Стой, стой, стой. То есть ты нас сюда позвала, чтобы сказать, что у вас все хорошо и у вас любовь? Девочки, я поняла, он умирает. Ой, ты какой на кухню пойдешь? Да, я понимаю, сложно сказать. У меня как-то одно ничего черного нет. Хоть с детьми с женой познакомишься. Жалко. Мужик хороший был, да? Вот не все, как у вас лица. Вот поспешишь, людей наслушаешь. Я просто это пропускала. Какие полки, девчонки, вы чего? Вы что, сериалов пересмотрели? Никто не умирает. Он везет меня на Мальдивы. А что это он решает, куда вам ехать? Точно, точно. Может, хотел в Сасово? Да-да, он тебя там продаст в рабство. Он торговец с людьми. А она говорила. А я говорила. Меня так сложно найти и так легко потерять. Заткнись! Блин, вот почему у вас всегда все должно быть плохо, а? Вот почему вам обязательно нужно найти какой-то подвох? Девочки, ну серьезно, что ж вы меня так накинулись? Ну может же быть, у людей все хорошо. Вот мой мне, представляете, вчера взял и ни с того ни с сего подарил огромный бутерброд. Изменил. Огромный, значит, двумя. Да, точно, точно. Вот не можешь срать, не мучаешь жопу.